Итак, здравствуйте, моя семья, моя интернет-семья и все, кто только что ко мне присоединился. Сейчас у нас будет, вернее, у вас будет уникальная возможность увидеть, как у меня рождаются все мои рецепты. Чтобы вы не думали, что я у кого-то подсматриваю или еще что-то, нет. Раньше я использовала, да, я вам скажу, что я использовала люксовую косметику. Сейчас я не то, что не могу себе позволить. Конечно, я могу, если захочу. Но я не хочу просто выбрасывать деньги, не зная, что там. И точно ли они это туда положили. Тем более, что все ингредиенты у меня есть. И делаю я не хуже них. Я уже это много раз в этом убеждалась. Итак, девчонки. Я выбрала ту фирму, который называется Fresh. Fresh означает свежий. Я выбрала эту фирму, потому что ею пользуется одна из моих любимейших певиц Селин Дион. У нее голосок бесподобный, правда? Ну, я вам скажу, и внешне она выглядит, конечно, потрясающе. Вот она. Я так долго не буду, вот, поэтому я выбрала ее. Я иногда просматриваю, чем пользуются звезды. Мне интересно просто. Есть люди, которые тебе нравятся, есть люди, которые, ты понимаешь, внешне и внутренне имеют такую харизму, которую имеешь, может быть, и ты. И поэтому они тебя притягивают. Итак, девчонки, поехали. Сегодня мы с вами будем готовить. Вот все ингредиенты здесь лежат. И вот пустой флакончик из-под перекиси, которую я уже выпила. И здесь у меня половина 50 миллилитров. А если целиком, то 100. Мне нужно 50. Масла я буду сегодня делать увлажняющее масло для того, чтобы предотвратить старение кожи лица, то есть приостановить, сохранить молодость кожи лица. Итак, мне нужно будет половина флакончика. Всегда старайтесь делать масла, которые вы будете, если делать увлажняющие, только в стекле. Вот тут все ингредиенты. Главный ингредиент – это масло облепихи. Поехали. Итак, вот она эта фирма, Fresh. Как у меня рождаются рецепты, я вам показываю. Вот называется фирма Fresh, которой все звезды Голливуда, ну не все, а знаменитые, они любят эту, именно эту фирму. Во-первых, она не безумно дорогая, ну а во-вторых, она, эта фирма, делает, вот сейчас я вам покажу, вот эта женщина, вот, она делает на заказ. Вот эти все свои препараты она делает на заказ. Вот у нее все есть, видите? Домашние мыла и все такое прочее. Они работают уже давно, 25 лет на рынке, поэтому они знамениты. И работает все у них отлично. И мне они тоже очень нравятся. Итак, вот такое маслечко 50 миллилитров стоит. Давайте посмотрим на стоимость этого маслечка. Я вам сейчас увеличу, чтобы вы могли видеть. Итак, $52. Естественно, нам $52 на сегодняшний курс это слишком много, правда? Потому что в мире такой идет кризис, что меня он не касается. Для меня эти $50, тьфу, я сейчас вот на ваших глазах сделаю такое маслечко. Вот вам и $52 сэкономим. Поехали. Очень хорошо, если вы владеете несколькими языками. Слава богу, я человек. Ну, не буду я хвастаться, конечно, но я знаю несколько языков. Я разговариваю на английском свободно, и поэтому я прекрасно могу входить в интернет, пользоваться интернетом, именно теми сайтами информативными, которые нам помогают жить, быть красивыми и умными, и правильно воспитывать детей, быть хорошими женами. Итак, значит, девчоночки,
Вот здесь всегда на вот таких вот сайтах, где вот такие вот дорогие продукты изготовления определенных людей, фирмы, вы можете найти ингредиенты. Вот здесь вот ингредиенты все перечисляются. Потом написано, сколько чего в процентном соотношении, как оно влияет. Дальше мы спускаемся. Здесь написано key ingredients, то есть ключ к вашим ингредиентам. Все ингредиенты, что они в себе содержат, то, что мы будем с вами использовать. И мы можем читать. И, кстати, вот у меня есть хорошие девчоночки-косметологи с 20-летним стажем. Им очень нравятся мои крема, но это девочки умненькие, потому что они ко мне пришли, их Бог привел не просто так. Они будут еще умнее и побольше им клиентов, и будут у них клиенты, потому что они умеют учиться. Неважно, что я не косметолог. Они прекрасно видят, откуда я беру информацию. Вот, например, девчонки мои не могут отсюда взять информацию. Многие, потому что просто, ну, они не знают английского языка. Они не знают вот этих секретов, которые я знаю, в которых я копаюсь, которые мне интересны. Но я им могу это просто подарить, что я и делаю. Вот я вас благословляю. Один из своих подарков я вам делаю. Я вам показываю, как я нахожу прекраснейшие, прекраснейшие рецепты и делаю замечательные крема, делаю замечательные масла и все такое прочее. От меня уже многие блогеры берут, я это вижу, я это знаю. Вот, вот таким вот образом я нахожу. Теперь входим. Входим, смотрим и читаем. Так же точно и врачи должны работать. Уже все придумано. Не надо выдумывать велосипед. Самая лучшая косметика какая? Французская, английская, немецкая, в общем, европейская. Входите, уже все готово. Там у них такие технологии, что нам и не снилось. Мы не знаем, какие масла, с какими можно соединять, а они знают. Вот они. Здесь все написано. Вы только возьмите, примите, сделайте и наложите, и вы увидите, как ваше личико начнет меняться. Итак, первое. Сибори. Что такое сибори? Сибори – это масло облепихи. Вот оно у меня всегда есть. Дальше. В нем есть омега… Ой, кстати, дождь пошел. Стучит. В нем есть в этом масле мощнейшие увлажняющие кислоты, которые необходимы нам, это защищающие кожу нашу, это омега-3, омега-6, омега-7 и омега-9. Они приостанавливают старение. Видите, from aging. Age – это возраст. То есть они оберегают кожу от влияния свободных радикалов. Вот сейчас я еще увеличу вам, вот так, чтобы было видно, да, может быть. Вот, видите, вот. Значит, влияние свободных радикалов на кожу. То есть, как влияют свободные радикалы? Они влияют, мы становимся старше, вид, придают нам возраст. Вот антивозрастное масло, это есть масло облепихи. Следующее идет cranberry, клюква. Но я посмотрела, клюквенное масло, оно очень похоже на масло. Сейчас я вам покажу. Клюквенное масло очень похоже на масло рициново. Рициново по-украински, касторовое по-русски. На касторовое масло. Поэтому я буду использовать его. Дальше. Значит, также являются, там есть омега-3, 6, 9. Витамин Е есть, известный как главная поддержка для нашей кожи. Эластичность, мягкость. Дальше. Камелия. Камелию я заменяю календулой. Вот она. Там одинаковые тоже составы практически, поэтому можно заменить. И также там есть омега-6 и 9, которые помогают нам увлажнить, смягчить и поддерживать нашу кожу. Дальше. Дальше идет виноградные косточки. Вот. Вот она, виноградная косточка, тоже у нас есть. Виноградная косточка обеспечивает оптимальный водный баланс, водный уровень. Дальше масло сладкого миндаля.
Тоже у меня есть миндальное маслечко, обязательно всегда помогает нам тоже, помогает сделать, смягчить кожу, сделать ее нежной. Так, дальше смотрите, что написано. View all ingredients. Я нажимаю на эту сноску. Оп. И здесь вот кто об этом знает? Ну, какой косметолог об этом знает? Наш. Но никакой не знает. Поэтому, когда мне начинают говорить, как вы имеете право, какое вы имеете право, мне так и хочется сказать, а какое вы имеете право, если вы не интересуетесь, ничего нового не вносите, какое вы имеете право химическими своими пилингами пилинговать людям, мучить их лицо, и потом мне девочки пишут, одна, вторая, третья, у меня купероз, у меня купероз, у меня купероз. Спрашиваю, вы ходили к косметологу? Да всю жизнь ходила к косметологу. Вот результат. Вот это результат. А я не ходила. А я не ходила. Мне мама запрещала. А мне так хотелось с девчонками пойти к косметологу. Ни в коем случае, Катя, ни в коем случае. Мама-то врач-дерматолог. Она-то знает. Там близко находятся сосуды, чтобы до тебя не дотрагивались до лица. Ни в коем случае. Вот она мне всегда так говорила. И правильно говорила. Все сделаем сами. И вот она все мне делала сама. Итак, смотрим дальше. Дальше идет вот здесь все ингредиенты. Какие? Ну и опять перечисляется, что здесь косточка виноградной, масло виноградной косточки, да, и так далее, и так далее, и так далее. И доходим дальше. Что здесь есть? А здесь есть экстракт листика розмарина. Я заменила на мною любимый экстракт ламинарии. Вот, я заказываю через интернет. Именно это обычно я все покупаю, но вот это я заказывала. Не помню где, но вы можете набрать. Вы можете экстракт розмарина набрать и заказать. Я вот заказала такой... Ну что такое? Вот. Вот, я заказала водно-глицериновый экстракт, производитель Франция, ламинарий. Вот его я его часто использую. Мне нравится ламинария, она очень хорошо мне подходит. Дальше пошли. Это я заменила вот этот вот листик. Так, опс, вот. Дальше пошли, читаем дальше. Открываю всем свой секрет. Следующее идет, это токоферол ацетат. Ну, кто смотрит мои видео, девчонки, они знают, что токоферол ацетат – это есть витамин Е. В любой аптеке 3 копейки. Токоферол ацетат – это и есть витамин Е. Значит, идем, покупаем, и будет у вас в наличии токоферол ацетат. Дальше идем. Дальше у нас это витамин Е. Отдушки, fragrance. Я не знаю, какие они использовали отдушки. Я буду использовать отбеливающее эфирное масло. Всего лишь 2-3 капельки, мне будет хорошо. Как и вместо отдушки, и вообще дальше лимон и так далее. Цитрус и прочее, вот лимонная кислота. У меня она есть. А дальше написана информация о том, что вы должны сначала использовать все эти ингредиенты и... Переносите ли вы их? Я знаю, что я переношу, мне они подходят. Итак, дальше мы вниз спускаемся, рассказывают историю этой ягоды, откуда она произошла и так далее. А дальше еще продукты идут, которые у них есть. Продукты вот у них $92, $67, $27 и так далее. А там еще есть и по $200, если дальше мы войдем и будем смотреть. А если вы на заказ будете заказывать, то и еще больше. Вам это надо? Нет. Вот здесь вот про них все, что... Вам это не надо. А вот мы сейчас все это и сделаем. А теперь смотрите сам процесс, как он делается. Тоже я уже все это изучила. Все это я знаю, поэтому показываю вам. Значит, сначала я вот сейчас ставлю на паровую баню свою мисочку, в которой я это все делаю. Сейчас у меня закипит вода. И там у меня мисочка будет, и все, и пошли. Значит, чтобы мне сделать 50 миллилитров, мне нужно немножко рассчитать. А самое основное масло, это у нас облепиха, насколько вы знаете. Значит, где-то примерно, вот так вот я считаю, вот примерно так
Не надо будет взять облепихи. Вот так. Я буду делать вот так. Все остальные ингредиенты меньше. То есть где-то мне ровно половину. Это значит 25 грамм облепихового масла. 25 грамм вам надо будет. Запомнили, да? 25, можно даже 30. Я наливаю. Я все делаю на глаз, потому что, в принципе, я знаю, как отмерить 25, как не 25. Так, потом я вам покажу. Все, примерно так. Все, готово. Облепиховое масло я налила. После этого, после облепихового масла, я добавляю миндаль. Миндаля может быть миллилитров 5-7, даже можно 10. Ну, я 5. Дальше пошли. Дальше рициновая олея, ну, касторовое масло тоже где-то 5. Нет, меньше. Может быть, 4 миллилитра. Ну, вы там посчитаете, в общем. Календулы. Тоже где-то 4. А уже закипел у меня чайничек. Сейчас она тихий-тихий огонь, чтобы у меня на паровой банке. Я вам покажу сейчас все. Оно взаимодействует таким образом. Дальше виноградные косточки. Тоже примерно так. 4-5 миллилитров. Я на глаз все делаю. Там по пол... Даже виноградные косточки тоже так. Хоп. Чуть-чуть. Сколько будет, столько будет. Понемножку, понемножку. Но 25 миллилитров у вас должно быть точно облепихи. Все остальные смешивайте. Так, дальше. Вот эти три ингредиента, то есть экстракт, водно-глицериновый экстракт ламинарии, я не буду пока. Витамин Е я не буду пока. И эфирное лимонное масло пока подождут. Итак, поехали. Смотрим. Вот у меня здесь все. И все взаимодействует. В теплом виде масла очень хорошо друг с другом взаимодействуют. Поэтому я это делаю обязательно. Вот так вот, видите, да, это у меня вот такая вот баня. Ну, уже кто смотрит мои видео часто, они знают, что немножко, буквально 2-3 минутки. Все. Теперь я должна подождать немножко, чтобы оно повзаимодействовало. И в теплом виде я добавлю несколько капель токоферола. Так. Вот токоферол. Буквально, оп, все, достаточно. Несколько капель будет вполне достаточно. Дальше я добавлю экстракт ламинарии. Так, чуточку. Оп, все. Экстракт, видите, я все делаю на глаз. Тут ничего сложного нет. По чуть-чуть, по чуть-чуть. Осторожно надо быть с эфирным маслом. Вот с эфирным маслечком действительно надо быть очень осторожно. Вот эфирное масло лимона я добавлю. Раз, два, пусть будет три. Ладно, четыре. Четыре капельки. Все. Ох, сейчас запах пойдет. Уже пошел запах бесподобный. Собственно говоря, сейчас я эту смесь, здесь есть 50 миллилитров, уже. Ровно 50 миллилитров. Вот мое масло, оно готово, девочки. И вот это масло я сейчас перелью в свою вот эту баночку, которую я вам показала. И все, девчонки, и больше ничего не надо, и просто по несколько капель массировать и наносить. Вот сейчас я это дело налью. Сейчас аккуратненько.
Аккуратненько. Все до капельки, до капелюшечки, до последнего. Все, все, все. Давай, 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 давай. Тут каждая капля имеет значение. Вот так вот они делают. Вот за это они просят заплатить. Вот у меня получилось, ну, чуть, может быть, меньше 50. Но мне достаточно, мне хватит. Все, мне хватит. Закончится, я сделаю еще. Просто я вам показываю, как я это делаю. Все. Все, девчонки, готово. Наша маслечка готова. Я буду им пользоваться. Там еще солю немножко. Вот. Я буду им пользоваться, радоваться жизни и все. Но как им пользоваться? Вот здесь написано. Слушайте, кошка начался. Сейчас я открою окошко. О, люблю в дождь открывать окна. Давайте. О, слышите? Кстати, сегодня плюсовая температура такая была. Прям плюс, плюс, плюс. Дождик идет классный. Слышите, капает? Пусть открытое окошко. Жарко. Так, значит, вот, дорогие мои. И вы знаете, что я хотела сказать? Что здесь написано, как использовать. То есть, здесь написано, что нанесите. Вот. После того, как, видите, how to use написано, как использовать. То есть, after cleansing, после того, как вы очистите личико, легкими массажными движениями одну-две капельки на лицо. И вот так вот массируете, то есть вбиваете, вбиваете, вбиваете. И все у вас будет хорошо. Ну, а я вас всех люблю, целую, с вами была ваша Катя. Вот так вот рождаются у меня рецепты. А вы думали, как? Только так. Я все беру у людей, которые считаю умнее меня. Вот. А умнее меня это французы, англичане и немцы. Вот их косметика меня устраивает на все 100%. Все. Я вас всех люблю. Целую. Ваша Катя, будьте здоровы и красивы.